Всем привет. 5 Stars. Кафе какое-то. Типа там Звездные войны. Обычный американо, но по крепости он где-то четверку занимает, очень крепкий, бодрит. А вот по вкусу таким немножко не дотягивает до 5 звезд. Что-то среднее между одесским и львовским кофе. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Хорошо, что без сахара, потому что с сахаром была бы вообще полная лють. Я бы просто испортил напиток. Отдают очень горячим, что не может не радовать. Я думаю, такое можно рекомендовать смело. Мне лично понравилось. Если ничего лучше не найду, буду постоянно забегать в эту кофейню. Потому что пока это лучшее, что можно найти в этих широтах. Да, вообще классно. И еще хорошо то, что отдают очень горячим. В принципе, достойный напиток. В общем, если вы тоже ищете нормальный кофе в городе, зайдите в эти 5 Stars кафе, попробуйте. Ссылку, как обычно, закреплю в описании к этому видео, чтобы вы тоже могли зайти и оценить. Брал в районе метро Партизанская, недалеко от Измайловского Кремля. Ну а пока всем пока. Оценивайте кофе в других кофейнях. Пишите, делитесь мыслями, где еще можно приобрести нормальный напиток. Всем пока!